Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Таня Лебедь Унака. Я сегодня снимаю ролик очень-очень поздно. Пришла смс, что бусы Ботсвана уже на месте. И я побежала в доставку, улица Комсомольская, 21, город Искитим. Я живу неподалеку. Как классно! Перебежала дорожку, и вот она я. Это наша школа, школа номер один. Рядом старенькие здания, и вот в одном из них, посмотрите, вот здесь находится Яндекс.Маркет. Это улица Комсомольская, 21. Вы немножечко посмотрели на наш ночной маленький и такой милый город Искитим. А это камень, памятник. Искитим – это город, строящий города. Здесь вот находится первая школа, а слева бывший дом пионеров. Пустующее здание, тоже очень старенькое. Когда-то в этот дом пионеров я ходила. Ну, а сейчас мы с вами будем смотреть мою новиночку «Агат Ботсвана». И я буду находиться в кадре в новенькой кофточке. Это шерстяная кофточка, 70% шерсти, люрикс. И такая вот хорошенькая-хорошенькая кофточка сегодня будет дополнена роскошнейшими бусами. Ботсванский агат. Сбылась моя маленькая мечта. Дорогие зрители, я уже дома. Я прибежала, я помыла бусы. Некоторые говорят, еще не мыла, я сразу мою. Сразу мою, сразу надеваю и смотрю, что же это такое. В самом конце ролика я вам каждую бусинку покажу. Агат Ботсвана – это полудрагоценный камень. Встречается в вулканических породах возрастом 187 миллионов лет. Натуральный камень слоистой структуры. Он обнаружен в 1971 году в Ботсване, в Африке. Этот камень не улучшают, не красят, его только полируют. Мы с вами каждую бусинку потом рассмотрим. Вообще нужно брать лупу и смотреть камни в лупу, десятикратное увеличение, и смотреть, окрашен камень или нет. В лупу это очень хорошо видно. Не нужно бояться, нужно брать лупу и смотреть. И постепенно придет опыт. Даже алмаз, бриллиант можно оценить в лупу. Есть такой канал GameStone, и правда на платных подписках на Boosty они рассказывают все это в подробности. К сожалению, вот так вот невозможно где-то найти. Я, вы знаете, открыла самую практически первую статью, которую набрала в поисковике в Яндексе о Агате Ботсвана, читала эту статью несколько раз. Ну и кое-что зафиксировала. Ну, вообще информация этой статьи взята из большой советской энциклопедии, из гемологии Рида, большая советская энциклопедия, раздел «Агаты и минералы», а также рассказы о самоцветах Ферсмана, то есть есть ссылочки, где же взята эта информация. В самом конце ролика я поставлю вам поближе эти бусы. Они крупные, тяжелые. Я их еще буду разглядывать в лупу. Пока не разглядывала. Единственное, знаете, что мне интересно, я уже читала много раз, что он обнаружен в 1971 году, а легенды рассказывают о его существовании ранее. Так вот, не знаю, как это возможно, но это нужно, конечно же, читать. Может быть, нужно будет сходить в библиотеку, взять какие-то книги. И вот есть такие легенды. Да, в Древнем Риме агат Ботсваны считался талисманом. Как так, вот мне интересно, в Древнем Риме, покровительствующим богине плодородия Помони. При посеве Ботсван закапывали вместе с зернами, чтобы получить обильный урожай. Одна из легенд – глаз могучего орла. То есть агат – это глаз могучего орла. Однажды волшебник с орлом затеяли поединок, после чего маг превратил птицу, улетавшую в небо, в камень. Затем орел упал, разбившись на множество осколков. И я дома нашла вот такую пепельницу, посмотрела ее на свет. Так, не видно будет, да, и так никак. Фонарик нужно, фонариком посветить.
И он тоже прозрачный. Возможно, это тоже ботсванский агат. Цвет агата может быть разный. Цвет может быть белый, серый, голубой, желтый, красный, черный. И характерна полосчатая зональность цветов. Твердость его 6,5-7, то есть он довольно-таки твердый. И вот есть такие методы для определения качества и натуральности, поцарапать его, и он не поцарапается. Его можно поцарапать только алмазом. Затем не будет одинаковый цвет у бусин, у натуральных никогда. Наделяют этот камень различными лечебными и магическими свойствами. В это можно верить, в это можно не верить. Это уже личное дело каждое. Помогает камень курящему человеку справиться с пагубной зависимостью. Способствует снижению артериального давления, помогает при лечении болезней мочеполовой сферы, как мужчинам, так и женщинам. Минерал избавляет людей от проблем с пищеварением, способствует избавлению от неврозов и депрессивных расстройств. Вы скажете, а как? Специалисты в области аюрведы считают, что именно агат прекрасно чистит кровеносную систему. А как? Тоже написано как. Нужно просто на грудь повесить необработанный агат на груди, и он будет оказывать лечебный эффект. При болезнях кожи, избавит от застарелых проблем с патологией легких. То есть нужно вот этот необработанный камушек, нанизанный на веревочку, носить на груди. Положить можно в теплую ванну. А если вы боретесь с ожирением, то мы пьем настой камня. Вода с минералом ускорит обменные процессы в организме. Я, конечно же, пить не буду, но буду носить этот камень. Как любой натуральный камень, он питает нас энергией, наполняет нашу чакру коронную, побуждая радоваться каждому дню. То есть, представляете, вы его носите и радуетесь каждому дню. Никакой сезонной хандры, перепадов настроения мы не почувствуем, если мы будем носить этот агат. Он пробуждает умственные способности, этот камень, усиливает интуицию. У некоторых людей может развить дар ясновидения. Подходит поклонникам йоги и для медитативных техник. Расслабляет, умиротворяет существо наше. Так, что еще интересного? Защита от энергетических вампиров, принимает на себя плохую энергетику. Это оберег для беременных. Его надо носить и во время беременности, и зажимать в руке во время родов. Ну и самое, что интересное, это камень с женской энергетикой, но он помогает и мужчинам. Если мужчина купит перстень с ботсванским агатом, то на него непременно обратят внимание женщины и влюбятся в него. Ну, много еще чего, это все можно почитать. Единственное, конечно, замечательно то, что он лечит от хандры, защищает нас этот камень, улучшает настроение, улучшает умственные способности, интуицию. И есть такая особенность, что этот камень не поможет злым людям. То есть использовать его в своих каких-то целях не получится у злых людей, только у людей с добрыми помыслами. Но я, кстати, о многих камнях читала, что он помогает, камень, только людям с добрыми помыслами. Так что вот как хотите. Хотя и бывает, что и привлекают камни и злые люди для того, чтобы вот они что-то им как-то помогали. Конечно, понимаете сами, что я имею в виду. Давайте посмотрим поближе на этот камень. Вот эти все бусинки я сейчас переберу в камеру. Агат прекрасен в кольцах или брошах и на цепочках в качестве подвески. Любой металл агату – фон хороший, когда не грубой формой и не резкий. Агат подходит водолеям и тельцам,
Агат всесилен и неугасим, его считают оком Бога и Творца, что защищает от нападок темных сил. Я вам поставлю эти красивые стихи в первом закрепленном комментарии. Почитайте их. Там написано, подходит кому этот Агат, но я еще хочу добавить, подходит он и Козерогам, и всем остальным знакам. Но только единственное, должны быть добрые помыслы. Посмотрите, какие разные камни. Так, лупа у меня какая-то несвежая. Ой, еще одна тоже несвежая лупа. В общем, видите, как я поторопилась, не подготовила лупу. Ой, ничего не видно. Давайте посмотрим вот так. Вот, разные, совершенно разные камешки. Натуральный вот этот агат. Вообще, конечно, камни – это любовь. Это нужно понимать, ценить, любить. Это не все так просто, конечно, камни. Это нужно заниматься этим, разглядывать эти камни. Вот, знаете, лупу, когда смотришь, то видно, что камень не окрашен. И смотришь, когда на свет они прозрачные. Еще хочу купить одни бусы. Буду вот эти бусики носить. Дорогие зрители, до встречи. Спасибо вам огромное за просмотр.